Видовая дизайнерская квартира в элитном комплексе Новопечерские Липки по адресу Драгомирова, 9. В квартире 3 комнаты, из них 2 спальни и просторная кухня-гостиная. Общая площадь квартиры составляет 125 квадратных метров. 2 просторных видовых спальни с двухспальными кроватями, 2 раздельных санузла, полы с подогревом, отдельная зона для отдыха, а также столовая. Дизайн квартиры выполнен в светлых, ненавязчивых тонах. Для ремонта квартиры использовались только самые высококачественные материалы и техника. Стоимость квартиры составляет 110 тысяч гривен в месяц. Сюда же входит стоимость парковки в подземном паркинге комплекса. Предлагается долгосрочную аренду однокомнатная квартира в жилом комплексе закрытого типа «Паркленд» по адресу улица Практичная, 3. Комплекс находится в пешей доступности к метро Васильковская 10-15 минут. В квартире выполнен качественный ремонт, имеется балкон, спальня и кухня. Санузел совмещенный, в санузле ванная. На кухне встроенная мебель с техникой мировых брендов, духовка, варочная поверхность, вытяжка, холодильник. В спальне установлен шкаф и диван. Отопление индивидуальное, газовое, установлен в контурный газовый котел. Коммунальные услуги минимальные, в месяц в отопительный сезон около 1500 гривен. В самом комплексе развитая инфраструктура, имеются магазины, салоны красоты, аптеки, почты и многое другое. Все, что необходимо для комфортного проживания. Квартира сдается для 1-2 человек. Цена аренды 14 тысяч гривен в месяц плюс коммунальные услуги. Долгосрочную аренду предлагается двухкомнатная квартира, расположенная в жилом комплексе закрытого типа «Паркленд» по адресу улица Юнацка, 4, в пешей доступности к метро Васильковская 10-15 минут. В квартире выполнен качественный ремонт, выполнялся он для собственного проживания, имеет раздельные 2 комнаты, общей площадью квартира 68 метров. В одной комнате двуспальная кровать, во второй комнате диван раскладывающийся. Также есть гардеробная и кухня оборудована современной техникой и мебелью. Санузел совмещенный, в санузле душевая кабина, установлена стиральная машина. В самом комплексе есть развитая инфраструктура, есть магазины, салоны красоты, аптеки, почты и многое другое. Квартира будет комфортна для проживания семьи, возможно, с детьми. Арендная стоимость квартиры 18 тысяч гривен в месяц плюс коммунальные услуги. Пропонується в оренду однокімнатна квартира в новому сучасному будинку за адресою вулиця Замковецька, 106Б. Квартира знаходиться в чудовому комплексі закритого типу «Ліпінка». Квартира укомплектована вбудованою кухнею, мікрохвильовою піччю, варочною газовою поверхнею, духовою шафою. В квартирі установлений електробойлер, холодильник, пральна машинка, автомат. До квартири під'єднаний інтернет, Wi-Fi. Із меблів можна відмітити зручне двоспальне ліжко та вбудовану гардеробну кімнату. Квартира має чудовий великий відкритий балкон, на якому ви можете проводити час та насолоджуватися краєвидами. Інфраструктура комплексу містить кафе, супермаркет, дитячий садочок, перукарню, поштове відділення. Транспортної розв'язки варто відзначити 575-ту маршрутку, яка прямує до метро «Університет» в самий центр Києва через метро «Нивків» і політехнічний інститут. Поруч з комплексом будується лінія метрополітену, яка запланована до відкриття у 2021 році. Ціна квартири – 11 500 гривень на місяць.